Друзья, срочная новость пришла к нам сегодня рано утром. В Москве экстренно госпитализировали российского актера, режиссера Александра Панкратова-Черного. Народный артист России упал в обморок. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц города. По словам его супруги Юлии Монаховой, у него резко упало давление из-за жары. Александра Панкратова увезли экстренно на скорой помощи в больницу. Как сообщают новости, актеру стало плохо на детской площадке, расположенной на Французской набережной. В то же время один из известных телеграм-каналов передает, что он потерял сознание на съемочной площадке сериала «Пирогова». Вместе с этим супруга артиста Юлия Монахова в разговоре с нашими корреспондентами сообщила, что с ним не происходит ничего страшного. С ним все в порядке, просто упало давление, жара такая, конечно. Сейчас домой уже приедет. Друзья, давайте поддержим нашего любимого артиста Александра Панкратова-Черного. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, его здоровью ничего не угрожает. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром не пропустить свежие выпуски. Будьте всегда с нами, друзья. Не упускайте нас из виду и будете в курсе свежих новостей. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорых встреч, друзья, на нашем канале.